Чтоб красные было. Надо было поселить что-то, сейчас будет очень грязно. Я рисую пейзаж. Пейзаж Левитана. Художник настроения. Мой пейзаж будет переполнен не очень хорошим настроением. Сначала я начну с самых темных оттенков, потому что если белый нанести, то все будет смешается с белым, он станет серым. Этот пейзаж достаточно темноватый, поэтому я возьму самые основные темные оттенки. Самый зеленый вообще. Если нету синего, я буду использовать какой есть. А мало места здесь. Мало места. Это мастер-класс художника Александра Алёнина. Зеленый будет смешан с синим. Это не небо, а это взгляд Ван Гога, переполненный скорбью и страданием. Нету никаких цветов, которые мне нужны. У меня во Франции Ван Гог. Его и сидел, ждал там, когда его картину оценит там у какого-то успешного художника, ценителя. И там один из художников взял его картину. Скажите, разве это искусство? Кто-то вырвал и подал ему. Ван Гог вырвал из него из рук и подал. Тот сказал: хоть очень грубо, но в этом есть чувство, в этом есть жизнь. А он не сказал ему, что ты горе-художник, это горе-пейзаж. Эх.
Смотри, снимает там или нет. Да. 6 минут. Горе, художник, называется. Получилось, короче, все. Все, не хочу я больше рисовать этот пейзаж. Еще другой. Куда можно это смести? Сейчас.